усердные моления наши благослови благое намерение и дело рабов Твоих, организаторов и участников 78-го международного пленера Русской Атлантиды, ежеблагополучно начать и без препятствий всякого, Господи Твоей совершить и делать, и благопоспеши, и дела Бог исправи, и в совершении силы Пресвятаго Твоего Духа, спешно провозвести и сотвори Твоего, если же миловать и спасать, а Ты, Боже наш, Тебе слава, слава, все безначально Твоим Отцем, Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Хотел бы, дорогие мои участники пленера Русской Атлантиды, всем вам пожелать это в первую очередь творческих успехов и, конечно же, вам как никогда вдохновения. Особенно здесь, находясь в стенах обители, когда все храмы обители, двери храмов открыты для вас, будут в любую минуту. 78-й пленэр проекта «Русская Атлантида» проходит в Башкирии. Мы находимся в Инатском мужском монастыре. Группа, которая собралась здесь, представляет все регионы России, в том числе и зарубежье. У нас есть гости из Афганистана. Мы очень горды тем, что за 7 лет работы в этом проекте художников собралось более 700 человек. Результатами трудов наших художников являются многочисленные выставки, которые проходили в крупных городах России, в Москве, в Санкт-Петербурге, во Владимире, Костроме, Калуге. Много выставок было организовано за рубежами, в Италии, в Индии, в Германии, во Франции. Я полагаю, что вот такая форма популяризации русского национального искусства, популяризация русской традиционной культуры, популяризация академической русской живописи, а мы привлекаем к проекту только членов Союза художников и художников, пишущих только в классических жанрах, в классической манере. Для нас это очень важно, потому что тем самым мы укрепляем значимость и ценность академической русской культуры. Название проекта «Русская Атлантида» получило свое происхождение от образа и символа, которым является Никольская колокольня, колокольня Никольского собора, затопленного города Калязина, который, собственно говоря, является частью этой истории, что есть «Русская Атлантида», что есть драма верхневолжских затоплений, погибли 12 городов, что есть драма богоборчества, драма большевистской распри, которая расколола наше общество, порушила основы общежитийные, традиционной русской национальной культуры. И в этом проекте, в этих наших рассказах о русских, о их корнях, о русских, которые без России. Это все те вот части большой, длинной истории, которую мы пытаемся донести до наших зрителей. Thank you.
сейчас я рисую в технике, ну, как графика, цветная графика, сухой пастелью. А так я вообще работаю в разных материалах. Я пишу и маслом, и акрилом, и иногда и акварелью. И использую смешанные техники и карандашами. То есть, в принципе, я себя не ограничиваю никакими материалами. Но сейчас мне захотелось именно графические работы начать делать в первый день. Пастель, она достаточно такая... Ну, это очень такой богатый материал. В Башкирии я первый раз. И мне очень здесь нравится то, что здесь такие широкие территории, красивые пейзажи. И по сравнению, конечно, ну, с Москвой и с областью, это кажется таким раздольем. Архитектура. У нас в Московской области, ну, есть похожие, недавно построенные храмы. И я себя здесь чувствую вообще как дом. Мне здесь комфортно. Угощайтесь, крем-соль, шак-шак. Молоток.